Та консоль мне подойдет. Я верну тебя домой, Посейдон. Гея. К матери. Сына водите в кухне. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление хода функции Посейдон. Отлично. Теперь верну его Гея. Я не могу. Не могу просто бросить это место. Я оставлю все в спящем режиме. Эта система рассчитана на десятилетия, а то и на века. Надежды мало. Но вдруг, однажды, вопреки всему, кто-нибудь отыщет этот город. Увидит его огни и чудеса. Сможет найти здесь свою удачу. И влюбится в него, как я. В конце концов, если существует второй шанс, если фонтаны могут бить посреди пустыни, возможно все. Он был прав. Морланд с командой, наверное, уже наверху. А с ними неподъемная куча всполохов. Запас лишним не будет.
Все началось прямо здесь, больше 30 лет назад. Тогда казино еще называлось Темпо. Одна ставка перевернула мою жизнь. Но теперь удача совсем отвернулась от нас, от всех нас. Сейчас я выключу свет в последний раз, и мой новообретенный дом станет пересохшим колодцем. Что ж, моя мечта погибает. Но я хотя бы могу с ней попрощаться. Еще одна запись от Стэнли Чена. Адъюнг. Морвин построил его еще до затопления. Может, работает? Тогда не придется карабкаться обратно. Адъюнг. Морвунд построил его еще до затопления. Может, работает? Тогда не придется карабкаться обратно. Thank you.
похоже, она как-то причина питания всего города. Это что? Что это там происходит? Сколько все это стоит? Вот о таком всегда и мечтал, дедуля. Там еще. Воплотив мечты, герой почтил память дедули и узрел море пустынных огней. Его глаза блестели. Когда я в детстве видел всполохи, я и мечтать не мог о чем-то подобном. Спасибо, Элой. А ты нашла, что искала? Нашла. И теперь мне пора в путь. А, да. Возвращайся, как сможешь. У меня большие планы. Я думала, ты устроишь представление со всполохами в жиле. О, нет. Вот представление. Только представь себе! Люди из всех земель приходят, чтобы увидеть все это! Еще и еда, и хороший ночлег. Разнообразные выступления артистов. И еще азартные игры. Вот на них-то мы и заработаем. Новая мечта, да? Я надеюсь, она сбудется. Прощайте, господа. Этот поход величайший навеки, благодаря тебе. Если Морланд и его ребята останутся здесь, можно будет потом их навестить. А сейчас надо вернуть Посейдона Гея. Но сперва стоит вернуться к Сильге и узнать, нужна ли ей помощь с тем странным сигналом. А с новой подводной маской я могу нырять на большую глубину. У меня как раз были дела под водой.